4 по 10 мая по инициативе Организации Объединенных Наций проводится третья глобальная неделя безопасности дорожного движения, посвященная безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних и уменьшению травматизма. В рамках этой кампании у нас сегодня проводится в Кингисеппе селфи безопасности. Ребята с наших школ написали плакаты, в которых высказали все свои пожелания по поводу дорожного движения, как лучше переходить дорогу, где безопаснее. И стоят на перекрестках, привлекая внимание проезжающих водителей. И вторая часть акции состоится у фонтанов. Небольшой танцевальный флешмоб станет ярче, будет заметен, посвященный той же тематике.